Приказом Департамента здравоохранения Курганской области главным врачом Шадринской центральной районной больницы назначен Семенов Владимир Викторович. Лучший спортивный врач Тюменской области. Почти 20 лет опыта работы главным врачом. А главное – железная дисциплина и огромные амбиции. Людям немного нужно, честно говоря. Вот сначала нужно внимание, потом нужна помощь, а потом нужна просто поддержка. Если хотя бы внимание уже уделишь, а если, дай бог, еще и начнешь помогать, я вам могу сказать, что у нас очень хороший ведь народ. Мы вообще хорошие люди с вами, отдельности взятые. Вот. Если бы мы еще, так сказать, выстраивали правильные коммуникации друг с другом, я думаю, что не было бы ни зависти, ни войн, ни преступлений и так далее и тому подобное. Это очень важный момент. В конечном итоге мы все работаем для людей, удовлетворяя некие свои профессиональные амбиции, зарабатывая деньги. Но мы самая публичная сфера, которая есть. Охрана здоровья начинается до рождения ребенка и заканчивается смертью. И то даже не заканчивается, и то нужно узнать причины. Для телеканала «Инфо-24» Владимир Викторович провел экскурсию по отремонтированной поликлинике и показал ремонт инфекционного отделения. Отметил не только плюсы, но и минусы. Есть очень серьезные нюансы и очень серьезные вопросы по организации деятельности сегодняшней нашей поликлиники. Самая большая проблема в том, что у нас нет заведующего поликлиники. Поликлиника – это первое звено, которое сталкивается с пациентом, если ему не оказывают экстренную неотложную медицинскую помощь. Это диспансеризация, это вакцинация, это плановые осмотры, это профилактические осмотры, это работа с детьми, с беременными женщинами и так далее и тому подобное. Ну и, конечно же, условия, особенности Шадринского района, это, конечно, то, что крупные поликлиники и крупные больницы работают на очень большую территорию. Стало довольно-таки комфортно работать, все чистенько, аккуратненько. С новым отоплением стало в кабинетах комфортно работать по температуре. Раньше, вот в зимний период, где-то окна поддували, старые стояли, отопление. В межсезонье особенно было заметно, очень холодно было. Когда переехали в сентябре, еще отопления не было, было холодно. Когда запустили, сразу ощутили разницу до ремонта и после ремонта. В нашем интервью мы поднимем важные темы в сфере здравоохранения. Поговорим о врачебном профессионализме, человеческом факторе, каким должен быть главный врач и хорошее медицинское учреждение. А также, как добиться качественной медицинской помощи для пациентов. И, конечно, затронем тему основных проблем и путей их решений. На сегодняшний день я вижу, что есть резервы для работы над структурой учреждения, над коечным фондом учреждения. Еще раз говорю, нужно проанализировать, значит, то количество ФАПов, которые есть. Нужно оптимизировать. Для меня оптимизация – это не значит обрезание или уменьшение. Для меня оптимизация – это когда мы перекидываем силы и средства именно на то направление, которое сегодня считается приоритетом. Я человек действия, поэтому долго сидеть и принимать решения – это где-то не мой стиль. Я считаю, что мы лучше, если что-то будет, исправим. Главное, чтобы ошибки не были фатальными и не были системными. Знакомство с главным врачом Шадринской центральной районной больницы смотрите скоро в эфире телеканала «Инфо-24».